Так, ну, начинаем. Значит, мы в прошлый раз закончили с вами рассматривать системы идентификационного типа, то есть, вернее, рассмотрели алгоритмы, численные алгоритмы, которые будут применяться в системах адаптивного управления. В частности, это алгоритм градиентного спуска, то есть решение задачи оптимизации путем поиска некоторого минимума или максимума, в зависимости от того, как алгоритм строится. Значит, посмотрели на пример решения задачи с помощью этого алгоритма. Пример построения системы идентификационного типа на базе метода градиентного спуска, то есть использование обычного метода эталонной модели для формирования нелинейного закона. И затем построение системы идентификации неизвестного параметра, в данном случае это была масса груза, для того, чтобы, получив в реальном времени некоторую оценку этого значения параметра, подставить ее в нелинейный закон и получить готовое управление. Вот это такой простой пример. Сейчас мы рассмотрели вот идею, связанную с идентификацией. То есть, когда у вас есть в предыстории набор точек, и вам нужно по вот этой предыстории попытаться получить оценку неизвестного параметра. Причем сделать таким образом, чтобы с течением времени эта оценка сходилась с реальными значениями, при этом не имея измерений в этой величине. То есть построение такого софт-сенсора, то есть датчика, который реконструирует неизмеряемые значения параметров. Вот, то есть такая простая идея. Строилась она на построении алгоритма прогноза. То есть мы брали предыдущие значения исторические, на основе них пытались прогнозировать текущие показания датчика, сравнивали их с реальными показаниями и на основе разницы вычисляли, ну, по сути, разница этих показаний. Это был вход, аргумент вот этого вот функционала, этой вот функции, которую метод градиентного спуска оптимизирует. Таким образом, мы сформулировали задачу оптимизации, то есть задачу идентификации переформулировали задачу оптимизации. То есть подбор таких параметров MC, то есть оценки, чтобы вот эта вот ошибка SM была минимальной, то есть стремилась к нулю. Ну, в частности, мы тут ниже показали, что есть, если все раскрыть, то есть выбрать вот такой вот функционал, то есть квадрат ошибки, то, проведя нехитрые преобразования, да, то есть подставив, заменив вот это уравнение для оценки и уравнение для реального объекта, да, мы придем к выводу, да, что как бы функция, которая у нас определяет задачу оптимизации, да, она квадратичным образом зависит от настраиваемого коэффициента, то есть от неизвестной оценки. Вот отсюда следует два момента, два вывода. Первый вывод, что если m, то есть масса реального груза, равна массе оценки, то значение нашего функционала равно нулю. Так как это квадратичная функция, то она всегда не отрицательна. То есть 0 – это ее минимальная точка. Таким образом, минимальная точка у нас как раз находится в том значении MC, которое равно реальному значению. Во-вторых, если найти производную от этой функции, да, то мы увидим, что этот минимум, он единственный. То есть у нас всего один экстремум, и этот экстремум находится в точке 0. И именно в этой точке масса будет равна массе вашей оценки. Вот. Ну и дополнительно там у нас было еще третье условие для метода градиентного спуска, это дифференцируемость функции, ну здесь это очевидно. Да, то есть тут производная, она конечна, то есть нет никаких разрывов, нет никаких бесконечностей, вот поэтому здесь все достаточно гладко. Вот это позволяет нам применять вот в этой задаче метод градиентного спуска. Вот это такая достаточно важный момент, который напрямую не влияет на синтез алгоритма, вот, но при этом его необходимо всегда держать в голове и проверять. Потому что, например, если у вас здесь появятся уже какие-то нелинейные зависимости, то есть, например, у вас тут будет косинус от массы или квадрат массы, да, то некоторые условия уже не будут выполняться. То есть у вас, например, может здесь получится уже, например, не просто линейная функция, да, или квадратичная функция, которая имеет единственный минимум, вот, и этот минимум в точке MC. А у вас здесь может получиться какие-то кубы, квадраты, там, четвертой степени, косинусы, синусы, которые будут иметь множество решений. И вам нужно будет отдельно уже, либо отдельно доказывать, что вы
находитесь в некоторой локальной области, где будет единственный минимум, либо применять различные приемы. Ну, например, один из них – это замена нелинейной функции на линейную. То есть, например, если у вас здесь был параметр косинус от m, например, да, ну или где-то модель у нас была, да, здесь, например, у вас будет какой-то косинус от m там, или экспонент от m, вы можете ввести новый параметр, там, не знаю, тета, которая будет равна там, косинусу от m. И дальше работать уже с обычным линейным параметром вашей модели. То есть вот это тоже такой прием, про него мало кто рассказывает, но тем не менее он есть. И он часто позволяет нелинейные задачи сводить к линейным. Ну, в частности, там, задачу идентификации нелинейного параметра сводить к задаче идентификации линейного параметра. Да, отдельный вопрос будет в том, как из вот этой тета получить через аркосинус m. То есть понятно, что там уже будет не единственное решение. Вот. Но это уже другой вопрос. Как минимум вы упростите себе жизнь, связанную с идентификацией. Может быть, вам и не нужно будет делать вот это обратное преобразование, потому что, может быть, вам будет достаточно вот такого варианта, да, то есть построить какую-то табличную функцию и там оператору или тому, кто занимается диагностикой системы, объяснить, что вот есть такая зависимость параметра m от того, что показывает датчик, да, и пусть он там сам разбирается, что у него там система произошла. То есть различные приемы, как действовать, если у вас здесь есть какие-то нелинейные компоненты. Ну, в ваших моделях все будет еще проще. У вас вообще неизвестный параметр, он не будет каким-то образом связан с переменной динамической, да, то есть он вообще у вас идет как отдельный элемент системы, то есть как некоторое постоянное значение. Вот. Но, тем не менее, вот этот прием, он вас будет... Ну, мы сегодня посмотрим лабораторную работу, которая как раз про идентификацию. Вот, как раз в ней мы будем сейчас смотреть, как это может быть реализовано на практике. Значит, работа у нас также делается в коллабе, то есть, в принципе, все то же самое, то есть тот же самый объект. Единственное, что вот здесь дополнительно будет введен еще дополнительный параметр, но мы сейчас на него посмотрим. То есть в целом задача та же самая, то есть есть закон управления, который мы до этого составляли, да, но если мы, например, в прошлый раз с вами рассматривали систему с интегральной адаптацией, где мы вот этот параметр выкидывали из закона управления, но добавляли новую переменную z, по сути, интеграл от ошибки системы, вот, который использовался для подтягивания системы к нужному значению, то есть к целевому значению. То есть у нас есть желаемое значение давления в нашем объекте управления. И мы с помощью интегральной компоненты его подтягиваем. Значит, сегодня мы посмотрим немножко другой подход, связанный на основе идентификации, то есть, который будет заниматься как раз оценкой вот этого значения ВТ, для того, чтобы подставлять его потом в управляющее воздействие. В этом. То есть мы уже в этом варианте не будем ничего выкидывать, мы вот прямо в таком виде функцию оставляем внутри нашего регулятора. Вот. Но при этом мы строим дополнительную систему идентификации, которая будет анализировать предысторию управления объекта, то есть как объект жил, как он функционировал, для того, чтобы оценить, чему вот равно вот это значение на основе предыдущих измерений. Вот это такие элементы тут машинного обучения, то есть мы будем накапливать данные, мы будем некоторую модель закладывать в наш регулятор. Вот, и на основе этой модели и алгоритма оценки параметров этой модели мы будем, соответственно, определять, чему равны эти значения. То есть это такой элемент машинного обучения, который мы пытаемся засунуть в наш маленький регулятор. Вот, ну, как бы все блоки, которые тут используются в качестве основы, они, в принципе, все те же самые, что и в предыдущих лабораторных работах, то есть это класс для моделирования логического контроллера, это функция нашего объекта, которая точно такая же, как и в прошлый раз, вот, и там вывод графика тоже, в принципе, все то же самое. Вот. Что поменялось, значит, ну, мы для красного словца добавили сюда еще дополнительный параметр, значит, тут тоже посмотрим один пример, прием, который можно использовать для работы с нелинейными системами. И что у вас в курсовом проекте никаких неизвестных коэффициентов нет при нелинейных элементах, да, но вы можете для примера рассмотреть, как, то есть, грубо говоря, сами искусственно ввести некоторые параметры, просто чтобы вот поэкспериментировать. Вот, ну вот мы здесь добавили, у нас было в исходном задании просто минус один, да, вот сюда добавили просто тета, некоторый такой неизвестный параметр. Значит, что, в чем состоит
идея. Значит, идея состоит в том, что мы пытаемся решать нелинейную задачу, то есть у нас есть нелинейная модель объекта. Ну, в данном случае мы берем только первое уравнение, то есть второе нам не сильно интересно, у нас тут все известно, да? У нас вот первое уравнение, в нем есть неизвестный постоянный элемент и есть неизвестный, ну вот мы ввели еще неизвестный элемент при этом коэффициенте, просто показать, как это может быть реализовано. Значит, в чем здесь основная особенность, да, вот мы просто рассматриваем отдельную модель объекта, и мы пытаемся построить систему прогнозирования, то есть у нас будет, наша система строится вот по тому же принципу, который мы рассматривали здесь, да, где мы тут рассматривали, да, где вот есть прогноз, то есть мы берем предыдущее значение, пытаемся на основе него спрогнозировать будущее значение, вот, и сравнить с предыдущими. Вот. Вернее, не с предыдущими, а сравнить с тем, что нам пришло с реальных датчиков. Вот. И на основе разницы пытаться вычислить, чему же равны значения коэффициентов. Значит, какой здесь прием используется? Значит, здесь пытается задача будет сведена, на самом деле, к линейной задаче, значит, линейной регрессии, то есть мы вводим вот такую модель нашей системы. Y, ну, грубо говоря, это просто некоторая линейная, ну, по сути, это некоторая линейная функция. Вот, и наша задача привести вот эту вот нелинейную модель, дифференциальное уравнение к линейной функции. Ну, во-первых, мы делаем преобразование, ну, то есть мы, во-первых, вводим новую переменную Y, которая будет равна разнице между, ну, по сути, это просто обычная алгебра, да, мы все, что нам известно, мы перекидываем вправо, влево. Вот, и говорим, что это y. То есть этот y мы можем посчитать. Мы можем по реальным показаниям датчиков считать y. То есть производная у нас – это конечная разность. Мы уже об этом говорили, что можно приближенно для алгоритмов, часто приближенно считают производную как конечную разность. Это возможно в том случае, если у вас частота работы вашего контроллера превышает частоты самого объекта. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там контроллер работает в 10 раз быстрее, чем постоянное время объекта. Ну, то есть, там, переход объекта из одного положения в другое, там у вас там, не знаю, 10 тактов, например. То есть, 10 тактов управления, цикл управления. Вот в этом случае у вас процесс очень плавный между вот тактами. Вот, он меняется не сильно, поэтому можно приближенно считать, что вот эта вот разница, она невелика. То есть на самом деле здесь, конечно, должен быть бесконечный ряд из там, первой степени, квадрата, куба и так далее. Вот. Мы с вами частично это посмотрели в нашей лабораторной работе. Ой, не в лабораторной, в нашем прошлый раз, да, мы тут, где мы тут представляли модель, да, мы смотрели здесь производную еще второго порядка, что она на самом деле тоже представляется, может представлена быть как конечная разность. Вот, то есть в целом вы можете, например, производную представить как сумму там, разности первого порядка, второго порядка, третьего порядка с некоторыми коэффициентами уменьшающимися. Вот, таким образом получить более точную оценку. Вот, но здесь в этом нет особой необходимости. То есть мы предполагаем, что у нас производные хорошо аппроксимируются конечной разностью с учетом шага дискретизации контроллера. Вот, поэтому мы можем всегда по измерениям вычислить в каждый момент времени производную нашей управляемой величины как конечную разность текущего значения и прошлого значения, полученного с датчиков. Вот, таким образом, мы можем посчитать y в каждый момент времени, да, как разницу между производной, которую мы оценили, и показаниями датчиков по второй переменной, то есть по массовому расходу. Вот, в качестве x мы принимаем... вот этот главный прием, да, как от нелинейной функции прийти к линейной. То есть мы вводим новую переменную, то есть вместо p давление в кубе, мы вводим просто новую переменную x, неизвестную, которую мы тоже можем по показаниям датчиков посчитать. То есть, зная давление, мы можем посчитать, чему будет равно x. При этом мы также берем, что a – это тета, да, то есть коэффициент при этом, а v – это у нас b, то есть уровень. Вот таким образом мы получаем вот эту вот линейную модель и можем использовать дальше уже стандартные алгоритмы, которые применяются для настройки таких моделей. В общем, зачем на самом деле все это делалось? Потому что, ну, понятно, можно вот все, что мы тут просмотрели, да, это можно, по идее, руками проделать, получить, в конце концов, некоторый алгоритм, как вот здесь написано. Вот. Но, во-первых, пока мы будем делать, можем тут наделать много ошибок,
то есть где-то что-то неправильно вывести. Во-вторых, мы рассматривали только вариант, при котором у нас мы берем только прошлое значение и на основе него прогнозируем текущее значение. Вот. Ну, на практике есть ряд ограничений у этого метода. Например, если у вас измерения зашумленные, ну, они почти всегда зашумленные, то метод градиентного спуска перестает работать. То есть, ну, до какого-то периода, там, примерно 5-10%, если у вас шум, то, возможно, он еще нормально будет работать. Вот, если же у вас там шум начнется там 20-30% в сигнале, вот, то, скорее всего, вот система перестанет как-то стабильно работать, она просто станет неустойчивой. То есть оценка не будет сходиться с реальным значением. Вот, и в целом всегда, конечно, в дополнение к тем алгоритмам, которые мы тут рассмотрели, теоретическим, да, вот проверкам, по критерии оптимизации, да, надо еще всегда проверять грубость вашего алгоритма, то есть что будет, если у вас появится шум на входе или расхождение, например, между измерениями и реальным значением. То есть, грубо говоря, у вас вот тут между показанием датчика будет не просто АТК, да, будет и АТ в какой-то момент времени, плюс еще некоторая там дельта, которая будет являться возмущением и не будет вообще никак зависеть. То есть, если вы все это сюда подставите, проведете, да, вы увидите, что у вас уже масса будет не равна MC, да, в нуле. То есть у вас вот этот вот центр, он сместится куда-то в сторону. Вот этот вот минимум уже будет немножко где-то в стороне, он будет равен уже некоторому константному значению, причем это значение будет постоянно колебаться. То есть у вас вот этот минимум начнет куда-то размазываться влево-вправо. В целом с этим особо ничего не сделать, потому что если у вас измерения зашумлены, вот, то там дальше уже все зависит от того, ну, в принципе, теоретически зависит уже от того, какие у вас параметры этого шума. Если он у вас центрированный, нормально распределенный, то в целом есть алгоритмы того, как найти вот этот минимум, даже имея зашумленные данные. Вот. Есть целый набор стохастических алгоритмов, которые позволяют это делать. Вот. Но на практике обычно все сводится к тому, что берется усредненная оценка не ошибки по прошлое, текущее, да, а ошибки за всю историю. То есть в каждый момент времени пытаются прогнозировать следующее значение, посчитать разницу, вот, и потом просто просуммировать эти ошибки, квадраты этих ошибок в каждый момент времени. То есть здесь просто появляется еще сумма, и есть целая теория, которая показывает, что вот класс алгоритмов, которые используют такие интегральные ошибки, усредненные, да, ну, то есть некоторые такой уже обобщенную ошибку, они позволяют вам как раз выявить некоторые статистические уже зависимости, то есть найти вот этот реальный мин даже при наличии некоторых шумов. Вот. И в частности, вот есть такой метод наименьших квадратов, это развитие метода градиентного спуска с некоторым улучшением. То есть оно состоит в том, что когда у вас огромное количество точек, и вы итеративно вызываете оценку, да, то есть добавляете там массив из 100 точек предыстории, и вам нужно в каждый момент времени там дополнительную точку добавить и на основе нее пересчитать оценку. Он позволяет вам не вычислять, не делать оптимизацию по всем этим точкам, да, а скорректировать предыдущий результат оптимизации путем добавления вот этой точки. Это называется там метод наименьших квадратов, рекуррентный метод наименьших квадратов. Вот. Но мы сегодня будем рассматривать более простой вариант, это обычный метод наименьших квадратов, то есть когда просто у вас есть некоторая предыстория, вот, грубо говоря, сформулирована модель, ну, например, в простейшем случае это какая-то линейная модель, и вам необходимо, имея некоторый набор точек по y и по x, вычислить значение a и значение b. Значит, мы для этого будем использовать пакет scikit-learn, то есть в нем есть на самом деле уже огромное количество готовых алгоритмов, ну, в частности, вот алгоритмы регрессии такого вида. Там есть и алгоритмы для нелинейной регрессии, то есть, на самом деле, в scikit-learn реализовано, ну, большинство таких популярных моделей, которые сейчас нашли применение на практике. В целом, в этом пакете есть не только регрессия, здесь есть и классификация, и регрессия, кластеризация, и поиск, ну, как бы снижение размерности, то есть когда вам нужно, например, многомерное пространство сжать до некоторого трехмерного пространства, да, чтобы можно было, например, визуализировать разные классы, разные зависимости. Там есть задачи, связанные с выбором каких-то моделей, то есть когда вы, например, вот мы здесь просто взяли и сказали, что модель будет такой,
Но в реальности вам нужно, например, сравнивать модель. То есть вы, например, возьмете такую модель, там, другую модель, третью модель. Попробуйте нелинейную здесь модель применить. Вот, и есть SkyKitLearn, там целый набор алгоритмов для того, чтобы, например, эти модели между собой сравнивать. То есть вы задаете критерии, и система за вас выводит эти критерии и пытается найти, какая модель будет лучше. То есть когда у вас там три модели, вы можете сами посмотреть. Да? Когда у вас 3000 моделей с разными параметрами, вам нужно каким-то образом производить этот поиск. Вот. Ну, есть там всякие задачи, связанные с препроцессингом. Особенно это важно, когда у вас какая-то работа с изображениями идет, когда нужно, например, что-то промасштабировать, какую-то провести некоторую разбивку, например, непрерывного набора значений разбить на какие-то дискретные значения, то есть это в классификации очень популярный прием. Вот, то есть там есть SkyKitLearn, он такой вобрал в себя огромный объем всяких полезностей, которые в области там анализа данных, машинного обучения используются, поэтому достаточно популярен для некоторого такого начального изучения. Вот, ну и в целом для решения каких-то задач, может быть, не очень сложных, вот, потому что, например, если у вас количество данных, объем данных уже начинает расти, причем, например, не умещается в оперативной памяти, то SkyKitLearn уже там приходится придумывать разные приемы, как, например, производить настройку этих моделей, чтобы у вас просто по оперативной памяти вы не вышли за разрешенные пределы. Вот, либо там по производительности у вас начинаются проблемы, потому что тут как бы применение всяких модных штук типа GPU, здесь оно плохо реализовано. Вот. Но для этого есть уже специализированные пакеты, и часто, например, для того же SkyKitLearn есть отдельные модификации, дополнения, которые позволяют все эти проблемы решать. Вот. Но в базовом варианте он вот позволяет решать такой широкий спектр задач, практически все, что сейчас популярно в науках о анализе данных. Вот. Ну и мы, в частности, будем использовать, ну вот там просто такая хорошая картинка есть, которая показывает, какие вообще модели здесь реализованы. SkyKitLearn, ну, такая достаточно красочная, да, то есть тут перечислены сверху различные варианты. Ну, здесь задача классификации решается, да, но на самом деле задача классификации, она использует те же самые модели, что и задача регрессии. То есть у нас задача регрессии, нам нужно по некоторому набору данных x, y, то есть y это то, что мы должны получить, x это наши входные, значит, да, посчитать коэффициенты a и b, то есть это как раз коэффициенты регрессии, которые позволяют вам использовать некоторую упрощенную модель для представления данных. Вот. И классификация, на самом деле, это тоже некоторая модель, которая показывает зависимость между... По сути, она определяет некоторую либо кривую, но в данном случае тут будет некоторая кривая, которая разделяет точки, там, красные от синих. Вот, поэтому в некотором смысле там, виды классификаторов, которые предлагает SkyKitLearn, они пересекаются с тем, какие и регрессионные модели предлагает SkyKitLearn. Потому что, на самом деле, вот эти все элементы, которые тут описаны, такие как там ближайшие соседи, там, линейный вектор опорных векторов, там, радиально-базисные функции и так далее. То есть они все так или иначе могут быть использованы для построения регрессии. Вот. Но в целом вот здесь градиентом показано как раз значение функции, да, то есть можно понять, например, как устроена та или иная модель. То есть если, например, линейная модель, да, то она вот так вот просто меняется. Градиент у нее плавно в каком-то одном направлении. Там. Если это уже какая-то нелинейная модель, да, у нее там появляются какие-то изгибы в этой функции. То есть там она становится квадратичной, там, либо если это какая-нибудь... Ну, или, например, вот у них есть так называемые деревья решений, либо случайный лес. Это уже логические функции, то есть пороговые элементы, ступеньки. Вот, они такие, получается, квадратными становятся. То есть, ну, грубо говоря, по сути, она, функция отсекает некоторые секторы вашего пространства, причем отсекает их по принципу как раз ступенчатой функции. Вот. И комбинация таких ступенчатых функций, она приводит тоже, в общем-то, к нелинейной функции, да, но такой вот из кубиков состоящей. Вот. То есть в целом тут приводятся просто разные примеры, да, можно посмотреть, например, какое есть многообразие, на самом деле, моделей. Вот мы будем использовать вот такую вот модель, простую, линейную, которая достаточно просто описывает поведение. Ну, вот. Но при этом у нас есть прием, связанный с замена нелинейной функции с помощью линейной. Это тоже такой прием машинного обучения, называется формирование пространства признаков. То есть вы можете искусственно создать переменные
для того, чтобы упростить жизнь вашему алгоритму настройки. Вот. То есть можно было, конечно, взять здесь какую-то нелинейную модель, да, тут, например, взять x кубе плюс b, вот, но при этом, например, у вас бы уже сразу возникла проблема, как это реализовать внутри SkyKitLearn, потому что кубической функции, как бы кубической модели готовой здесь нет. Здесь есть только вот какой-то набор стандартных моделей. Давайте сейчас посмотрим, какие тут у них есть. То есть тут вот приводятся разные виды алгоритмов, но на самом деле тут перемешано все в кучу, тут и модели, и алгоритмы настройки, они обычно идут в одном комплекте, то есть тут нет такого отдельного рассмотрения моделей, отдельного рассмотрения алгоритмов. Вот. Но тем не менее, они вот пытаются их группировать. То есть, что есть линейные, вот у нас, например, почему supervised learning? В общем, непонятно, почему он что-то бросил, но неважно. То есть у них, короче говоря, рассматриваются сразу уже и алгоритмы. То есть вот есть как раз линейная регрессия, да, о которой мы сейчас говорили. Ну, у них тут x на w, да, минус y. Вот. То есть это, по сути, некоторая линейная функция, которая пытается аппроксимировать точки. То есть у вас есть набор измерений. И вот наша задача провести прямую таким образом, чтобы ошибки, да, отклонения точек от этой прямой в сумме были минимальными по всем точкам. То есть она, по сути, проводит некоторую среднюю линию. Вот в этом идея метода наименьших квадратов. То есть нужно провести линию таким образом, чтобы как можно больше точек было как можно ближе к этой кривой. Вот понятно, что это будет проходить где-то через середину. В этом вот краткая идея метода наименьших квадратов. Вот, ну, тут показано, да, что это минимум, подобрать минимум для вот некоторые, ну, тут, понятно, в стиле математики все записано, что есть некоторая норма, то есть как она вычисляется для векторных функций, это просто сумма квадратов, условно говоря. Отсюда название метод наименьших квадратов. Да? Least square, метод наименьших квадратов вот, для модели линейной регрессии. Вот, то есть они предлагают сразу готовую линейную регрессию, то есть некоторый класс в питоне, который реализует эту линейную регрессию. То есть тут есть, в частности, функции настройки. То есть можно, во-первых, задать какие-то коэффициенты изначально и посмотреть для каждого элемента, насколько далеко, например, ваша точка находится от заданной вами кривой. Вот, и в то же время есть алгоритмы расчета кривы, вот этих коэффициентов, да, вот это W и плюс константы. Для того, чтобы, грубо говоря, имея набор данных, получить обратно коэффициенты. То есть задачу можно решать и в одну, и в другую сторону. То есть посчитать, насколько далеко ваша точка находится от некоторой настроенной модели, и в то же время посчитать коэффициенты этой модели, задав ей просто набор точек. Вот, то есть сам процесс настройки, он настолько тривиален, что его даже объяснять не надо. То есть есть, вы просто создаете, ну, импортируете, понятно, эту модель линейную, задаете некоторую, создаете вот объект для этой модели, да, на основе того, что вы импортировали. Там при желании передаете какой-то набор параметров. То есть тут есть целый набор параметров, которые можно передавать. Ну, они, по сути, ну, например, там первый он говорит о том, будет ли у вас какой-то константный уровень или нет. То есть нужно ли будет оценивать вот эту вот постоянную B или не нужно будет ее оценивать. Значит, там нормализация нужна или нет. То есть нужно ли вам вот... Вот вы задали некоторые x, y на входе для оценки параметров. Нужно ли вам сначала их нормализовать на интервале там, от 0 до 1, чтобы все значения были на интервале от 0, то есть провести некоторое масштабирование, перенос координат, там, начало и так далее. То есть провести некоторый препроцессинг. Вот. Ну и там дополнительно еще такие чисто питонские штуки, то есть нужно ли будет вам x скопировать, или можно использовать тот, который на вход приходит, то есть не будет ли там каких-то изменений состояние, ну и так далее. Ну и вот тут есть еще там разбивка, например, да, вот, ну, не знаю, давайте посмотрим, что это такое. Никогда, честно говоря, не читал. Ну, то есть можно, грубо говоря, для больших проблем можно, получается, некоторый параллелизм еще обеспечить. То есть если у вас там многопроцессорная система, вы можете, например, на разные процессоры разбить вашу задачу на несколько элементов, да, и провести некоторую параллельную оптимизацию. То есть, ну, некоторое распараллеливание работ, потому что, на самом деле, достаточно интенсивно, если у вас тут миллионы точек, вот, даже если тут, мы тут для одной точки, по-моему, где-то считали, да, у нас получился такой хитрый достаточно алгоритм оценки, да, вот он у нас
Вот, и когда у вас тут еще миллион, сумма из миллионов элементов, да, то вот эта оценка, она на самом деле становится достаточно трудоемкой, а еще когда у вас много координат и много параметров, вот, то в целом, да, есть идеи использовать, например, параллельные вычисления, то есть когда у вас несколько процессоров есть, на разных процессорах это все раскидать. Вот, то есть так или иначе, тут в Scikit Learn есть много готовых компонент, который вам не нужно будет ручками программировать. Вот, поэтому при возможности, да, надо, конечно, использовать что-то готовое, не пытаться изобретать велосипед. Вот, и мы именно это мы это будем делать. Единственное, что вот ограничение, которое есть в этом пакете, да, здесь, например, не реализован рекуррентный метод не меньше квадратов. То есть здесь предполагается, что у вас есть данные готовые, да, и вы просто пытаетесь модель получить. Вот, но у нас, еще раз повторюсь, да, есть некоторый процесс во времени, и в каждый момент времени нам нужно уточнять оценку. К сожалению, вот всего вот этого почему-то в Scikit Learn нет, и непонятно, почему вообще на самом деле, потому что, ну, как бы, если вы занимаетесь, например, цифровой обработкой сигналов, если у вас есть какие-то идут показания датчиков, то вот рекуррентные методы вам тоже нужны, потому что каждый раз лезть там в историю и проводить оценку там по 1000 точкам смысла нет, на самом деле. Потому что есть готовые алгоритмы, которые позволяют вам просто добавлять, ну, некоторые делать корректировку на уровне одного разностного уравнения предыдущего результата оптимизации. Ну, вот такое, да, есть особенность в Scikit Learn. То есть такие алгоритмы вообще никак не реализованы. Вот. В принципе, есть более сложные пакеты, такие как TensorFlow, например, PyTorch, где вы можете сконструировать такой алгоритм с помощью методов символьных вычислений. Вы формируете некоторый вычислительный граф вашего алгоритма, вот, а затем система сама уже пытается этот граф реализовать оптимальным образом. То есть свести отдельные уравнения к некоторым параллельным вычислениям, попытаться загрузить все это на GPU. Вот, то есть там теоретически можно реализовать более сложный алгоритм. Вот, но если там, у вас есть возможность решить задачу с помощью чего-то более простого, там всегда помнить, что простые решения обычно наиболее грубые, наиболее надежные. Вот, поэтому если есть возможность использовать какое-то простое решение, то лучше его использовать. Вот именно поэтому мы здесь сделали вот это преобразование к кубической функции для того, чтобы наше решение было максимально простым. Вот, то есть мы используем стандартный пакет Scikit Learn для того, чтобы реализовать наш регулятор. Вот, ну, сам регулятор тут достаточно просто реализован. То есть у нас есть набор входных параметров. У нас есть новый параметр, который мы сохраним. Это вот глубина истории, которую мы будем использовать для нашей идентификации. Вот, у нас появляются коэффициенты, которые мы пытаемся оценивать. То есть уже не просто интегральные компоненты, а коэффициенты. Ну, в частности, время нам нужно просто, чтобы потом какую-то графику вести, да, а вот коэффициенты А, Б, как раз коэффициенты нашей регрессии, которые мы будем во времени смотреть, как они меняются. Появилась новая функция трансформации, да, вот то, о чем мы здесь говорили, да, то есть что мы нелинейные функции начинаем по сути, вводить новые переменные для того, чтобы скрыть нелинейности. Вот, мы это делаем вот просто через расширение вектора состояния объекта. То есть у нас было две координаты, мы добавили третью координату, просто алгебраическую, которая вычисляется на основе первой координаты. Просто возведя давление в куб, мы получили, по сути, новый временной ряд, куб давления, да, как он меняется во времени. Вот. И дальше мы формируем модель нашу. То есть, собственно, сам алгоритм управления, он состоит из двух частей. Первое, мы сначала просто проводим идентификацию. Вот, затем по результатам идентификации мы понимаем, какой у нас был уровень V0, да, какой был коэффициент при кубическом элементе. Вот, и, собственно, дальше мы просто используем обычную функцию, также как в методе AKAR, да, с той лишь разницей, что у нас здесь появляется вот этот параметр A, и появляется помимо V0, который мы в прошлый раз рассматривали, появляется еще параметр V. Где он тут находится? А, мы его... А, ну мы, в принципе, V0 как раз и использовали. Да, у нас тут не было уже V0. Мы сразу сюда его включили. То есть мы тут не стали брать середину диапазона, тут просто сразу взяли результат оценки. Вот. Ну, это единственное отличие, которое от предыдущего раза. То есть, по сути, вот эту функцию мы целиком взяли, да, и вместо вот VT плюс V0 мы просто поставили некоторую оценку. Результат оценки. Вот, собственно, вся магия. Да. Дальше вопрос только в том, как строится алгоритм идентификации.
То есть тут накапливается история. Если истории нет, то мы ничего не делаем. Вот если история есть, то мы начинаем, по сути, брать всю предысторию, да, и на основе нее пытаемся по методу наименьших квадратов вычисляем значение. Тут есть немножко такой магии по поводу того, как сформировать, например, массив исторических данных. То есть нам нужно, по сути, взять исторические данные, трансформировать их, то есть получить из вектора второго порядка, получить вектор третьего порядка. Вот. Дальше посчитать производную, то есть, ну, просто конечные разности, да, посчитать. Вот. И посчитать вот это вот значение y, которое мы будем дальше использовать в регрессии. Вот. Дальше просто создается модель, в нее загружаются данные исторические, то есть входы, выходы, и, по сути, рассчитываются коэффициенты. А дальше просто коэффициенты сохраняются. Вот, в принципе, вся идентификация. Так, нас сейчас выбросит, поэтому давайте перезайдем и перерыв сделаем на 5 минут.